Благодаря вашим усилиям, благодаря вашим отношениям к миру, благодаря вашему труду, сегодня мы живем в таком замечательном городе, как Череповец. Всего широкими улицами, комфортными домами, обеспечены всеми необходимыми условиями для проживания. Благодаря вашим трудам работают наши промышленные предприятия, которые являются основой благополучия не только города Череповца, не только Вологодской области, а ряда целых экономик нашего государства. Все, что вокруг нас, дороги, дворцы, заводы, магазины, вот прежде чем оно начнет работать и функционировать, для горожан, для нас с вами, их надо построить. Вот этим занимаетесь вы. Поэтому ваша профессия, она, наверное, стоит в основе всего. Сначала стройка, а потом уже все остальное. Действительно, строительный отрасль – это индикатор развития нашей экономики. И я думаю, что в Череповце хорошо, что чтутся богатые традиции строителей. И промышленные площадки, и город. Молодой город, современный город, который заложен был трудом, профессионализмом строителей. Захарову Олегу Петровичу, начальнику электромонтажного участка общества с ограниченной ответственностью «Железобетон-12».